Всем приветики, ребята, с вами Алена. Ну и сегодня, как бы по традиции, делаем реакцию на Цианок. Блин, у меня начал работать холодильник. Он мне мешает озвучивать видео. Что делать в таких ситуациях, если мне мешает холодильник озвучивать видео? Еще у меня вопрос, почему в начале видео я не могу нормально выговорить это долбанное слово всем. Оно у меня просто не получается. Вот реально. Я так подумала, почему если Цианочка, то сразу либо Вика... либо Алиса. Других вариантов не дается. Я вам, ребята, отвечаю. Если Тянку зовут не Вика и не Алиса, то это не Тянка. Я не знаю, что это. Даже если она называет тебя Тянкой, это не Тянка. Это, наверное, пародия просто. Ну вот просто самых настоящих легенд зовут либо Вика, либо Алиса. Еще помимо того, что я покрасилась, я вчера в домашних условиях постригла себе челку маникюрными ножницами. Короче, кому интересно, вот фотка. Кто словил, тот словил. И вообще, пишите в комментариях, как вам. И вообще, я стала похожа на какого-то нефроса этой челкой. Да, ну реально, как нефр какой-то. Чтобы вы понимали, эта челка была почти как моя длина волос, а у меня чуть дольше каре. Нет, мне нужно отрубать эту челку. Ну ладно, ребята, я уже буду начинать делать реакцию на какую-то там Тянку. Я уже просто забыла, я пока с вами говорила, я забыла, как ее зовут. Ужас. Смотрите, я уже забыла, как зовут Тянку, хотя искала ее, наверное, минут 20 назад. Короче, как я с такой памятью должна рассказывать стихи на уроках? Ну вот просто. Как? Всем привет! Да-да, и тебе привет, и у меня вопрос. Почему и что у тебя случилось с экраном на первых пару секунд? Почему он туда-сюда, туда-сюда? Боже, кто вспомнил вот этот вот звук? Туда-сюда, туда-сюда. Ну, типа, когда-то был такой мем. Наверное, я слишком старая просто. Ну, это было очень давно, наверное, год назад. С вами новая Алиса Тян. Ребята, видите, это настоящая легенда, потому что это Алиса Тян. Ну, она так сказала, по крайней мере, я ей верю, наверное. Короче, да, я сужу по именам, но это был сарказм. Вот, блин, а где Алиса Тян? Ну, новая Алиса Тян взяла старую, типа, в подвале куда-то спрятала. Да и вообще, я тоже новая Алена. Вот, все. А старую я не знаю, где дело. Съела, блин. Поэтому все бойтесь меня и вообще ставьте лайки, иначе я вас тоже закрою вместе с старой Аленой. В подвале. Ну, либо на супчик вас пущу. Там я уже подумаю, знаете, на выбор. И сегодня я рисую себя. Уже, если честно, неинтересно, ну, типа, они себя рисуют, я тоже себя могу нарисовать. И не спрашивайте, почему я такая милашка, ведь никто не может быть таким красивым, как я. Да, я согласна, что у никого нету такого дебильного юмора, как у тебя. Ну, хотя нет, есть, это я. А вы что-то другое ожидали, нет? Мне мама говорила, что я... самая красивая крошиха класса. Эх, ребята, может, скажем ей? Ну, реально, не хочу расстраивать Тяночку, но я должна это сказать. Я скажу вместо вас всех. Вот, цените меня, любите. Я вас тоже всех очень люблю. Короче, Тяночка, тебе это кроме мамы больше никто не скажет. Ладно, это не смешно, нет, это не смешно. У меня растет папа и тити. Так вот, сейчас я буду рисовать себе красивые волосы. Я одна слушала просто задний фон, и мне больно стало, очень сильно больно и смешно одновременно, короче. Просто сзади проехала машина, то есть она это озвучивала либо около окна, либо на улице. Но знаете, все может быть. И мне больно людей, которые просто слышали, что она озвучивала. Ну, просто у меня нет слова, ни эмоции. И почему так слово, ой, почему так много слова просто? У меня они самые красивые и густые. Щелкаю. Эх, Тяночка, к сожалению, тут я могу сказать только жиза, потому что я тоже теперь щелкаю. Не знаю, было правильно это решение или нет. Ну ладно, все равно отрастет. Ни у кого нету такой пчелки. Я самая красивая пчелка. Да, вообще не спорю, ты единственная неповторимая. Знаете, тут есть три варианта. Либо я просто не выкупаю рофла, ну либо я слишком расхваливала, разбаловала. Я не знаю, как это говорится, короче. Мама... А третий вариант, ну, я еще не придумала, подождите. Ну, я не придумала третий вариант, поэтому сделаем вид, что по плану должно было, быть два варианта. Да, потому что мне лень просто переозвучивать, короче, вы поняли. А еще у меня есть парень.
Ребята, мне еще плохо станет, она так с гордостью это сказала, типа, а еще у меня есть парень. Боже. И у меня уже 5 подписчиков. Алиса Цян, ну ты, конечно, популярная, боже, популярнее меня. Как ты вообще достигла такого успеха? Ну как, пожалуйста, расскажи. Я очень популярная. И еще мне уже 7 лет. Ой, ну ты вообще, Алиса Цян, старая. Даже я младше тебя. Ну блин, а ну 7 лет это вообще, это уже на пенсию тебе надо, короче. Да. И я уже очень взрослая. А вы знали, что мой парень тоже снимает? Мой парень тоже снимает. Эх, интересно, а что же он там снимает? Мне больно просто от того, что это Алиса Тян делает, что она снимает, а что снимает ее парень, ну, мне просто сложно представить. Мне смешно это представлять. Или он тоже просто Ванька Забивной в ТикТоке подписан. А ну-ка, подождите, я хочу поискать, есть ли такой аккаунт в ТикТоке? О, ребята, в ТикТоке есть, короче, чел, у которого ник Ванька Забивной. Ну, я просто помню, что у какой-то Тянки был парень Ванька Забивной. Я не знаю, как это правильно говорится. Узнаю, в чем проблема. Тебе уже 7 лет. Как ты можешь не знать, как это правильно говорится? Иди у мамы спроси, блин. Ну вообще, ты гений. Тони очень красивая. Кто? Кто? Где? Я не поняла, кто красивый, кто некрасивый, блин. Что ты вообще только что сказала? Ну, знаете, тут либо я тупая, либо Тянка просто какую-то фигню сказала. Скорее всего, второй вариант, потому что я не могла не понять Тянку. Нет, я не делаю ее виноватой, не а. Вот, сейчас я буду рисовать губы. И еще я скоро буду рисовать свою маму. Алиса Тян, кроме этого видео, были еще видео, но я их не смотрела. Короче, если там есть видео, где она рисует свою маму, тогда все, в следующем видео я буду делать реакцию на то, как она рисует свою маму. Мама у меня очень некрасивая. Я самая красивая. И не надо сейчас в комментах писать, что я... Значит, мне все-таки не показалось, и она на улице. Вы просто слышали этот звук в конце? Ну, это, не знаю, это машина, мотоцикл, я не шарю в этом всем. Но все же, она на улице такое озвучивает. Боже, бедные прохожие. Красивая. Хорошая, моя дорогая Алиса Тян, у тебя что, на заднем фоне какая-то ядерная война или что? Закончила. Мне осталось разрисовать немножко волосики и разрисовать тело. То? Какое тело? Как я поняла, по идее, должно было быть тело, но что-то пошло не по плану, короче. Ну, Алиса Тян, ты ходишь в первый класс, тебе 7 лет, как ты не умеешь разговаривать? Ну, это позор, честно. Сейчас я все заделаю, и я буду идти гулять, а не сидеть с ложками, как вы. Знаешь, мне так кажется, что ты уже гуляешь. Интересно, почему же мне так кажется? Ну, а насчет того, что ты не хочешь сидеть с такими ложками, как мы, ну, это все. Это я такое не прощаю, понимаете? Это вообще... Тянка офигела. Ой, у меня заколка упала. Ну, почти уже я закончила, так что я иду гулять. Ну, все. Ложки. На этом почти наше видео закончилось. А, как интересно, ты говоришь, что это видео почти закончилось, хотя на самом деле ты еще, ну, там типа продолжение видео еще 38 секунд. Вот, интересно, что же она будет нам рассказывать этих 38 секунд? И телеграмма с ТикТоком, а Инстаграмом и еще я... Что за набор просто каких-то рандомных приложений? Зачем? Очень популярная. Я снимаю лайк. Вы знаете, как... А ты что? Мне уже даже страшно, насколько ты популярная в лайке. Ну ладно, вот скажите честно, вот признавайтесь, все, абсолютно все. Ну вот у меня в одно не было лайка, и я туда ничего не снимала. Типа вот у меня вообще лайка не было. Я не знала, что такое лайк. Но у меня его не было, я ничего не снимала. Вот я одна такая странная. А я популярная в лайке. Так, дочь, что ты кричишь? Иди гулять. Ой. Вот знаете, именно ради концовки я должна была досмотреть это видео. Я честно не знала, что в конце. Я посмотрела, как я вам говорю, обычно секунд 10 видео и выключила тупо. И вообще, эта Алиса Тян довольно интересная. Тянка мне понравилась, вот.
Пишите чисто свое мнение в комментариях, как вам эта тянка. Ну вот и попрошу вас еще написать в комментариях название моего канала, то есть MyGame, чтобы я понимала, кто смог выдержать эту тянку и досмотреть это видео до конца. Вот, спасибо всем. Ё-моё, видео на 10 минут. Что я вам тут рассказывала этих 10 минут? Ну ладно, я больше не буду вас держать. Всем пока.